В детских садах Подмосковья сотрудники госавтоинспекции на прошедшей масленичной неделе провели занятия для детей, где в игровой форме объясняли им правила дорожного движения. Провели мероприятие в одном из дошкольных учреждений Ленинского городского округа, где для ребят подготовили тематический мастер-класс. Сначала малышам рассказали о значении дорожных знаков, правил перехода проезжей части и объяснили, как регулируется дорожное движение. После этого сотрудники ГИБДД рассказали детям об истории Масленицы и предложили нарисовать светофор глазурью на символах праздника – блинах. Эту глазурь можно кушать, ребята. Вот какой светофор у нас получился.